Как применять углеводы, чтобы засушиться? Вот смотрите, ребята, когда вы сидите на низкоуглеводной диете, то есть потребляете мало углеводов там, в первой половине дня, тренируетесь, да, вы, конечно, сохнете. Но иногда люди замечают, и я замечал, что сидя на такой вот диете, вот, там, неделю, допустим, если делать раз в неделю как бы загрузочный день, потреблять очень много углеводов, то тело сразу вот распухает, то есть становится как бы мощнее, но при этом жир уходит сильнее. То есть появляется рельефность, и тело становится как бы мощнее больше, потому что на низкоуглеводной диете мышцы становятся плоскими, то есть фигура не очень красивая становится. Вот такие вот углеводные загрузки, их надо делать раз в неделю, они улучшают качество вашего тела, сжигается жир быстрее. Сейчас объясню почему. Когда вы потребляете мало углеводов, в организме вырабатываются кетоновые тела, то есть это не до конца расщепившийся жир. Жир не может полностью расщепиться, если нету достаточно углеводов, то есть они вместе должны в паре, и тогда жир полностью сгорает. Так вот, вот эти вот кетоновые тела, они плавают по организму, там, по крови, они отравляют наш организм. То есть это как бы продукт полураспада, не очень хорошая штука. И чтобы они сгорели, им надо добавить как бы катализатор, углеводы. И вот такие вот углеводные загрузки раз в неделю, они как раз таки выводят все вот эти вот, сжигают кетоновые тела, все это выходит, и жир начинает еще активнее гореть. Но если вы переборщите и будете там не один день, а неделю подряд углеводами загружаться, вы опять начнете оплывать жиром. Так вот, во время работы на рельеф, именно на рельеф, когда вы сидите на низкоуглеводной диете, либо на кремлевской, что еще хуже, вы можете применять, и я вам советую применять загрузочные дни, такие небольшие загрузочные дни, когда вы в течение дня добавляете достаточное количество углеводов. Только не забывайте, что углеводы нужно длинных цепей, а коротких стараться не употреблять. Понравилось видео? Лайкни. Если хочешь больше, то кликни по ссылке внизу видео и подпишись на наш бесплатный курс.